Что же представляет собой компания Unlucky Travers? Европейская компания работает с декабря прошлого года. На текущий момент времени подавляющее большинство партнеров пока еще состоит из европейцев, но мы, русскоговорящее население интернета, тоже не дремлем. Проект развивался сам собой, безо всякого нездорового ажиотажа, и постоянно набирает обороты, как огромный маховик, благодаря всеобщим усилиям независимых партнеров. Проект Unlucky Travers ведет рекламную деятельность. Он предоставляет нам, его пользователям, услуги по продвижению любых наших бизнес-направлений и позволяет нам зарабатывать деньги, приглашая новых партнеров или же оказывая рекламные услуги нашим клиентам. Причем наибольший объем средств, зарабатываемых нами по маркетингу, остается у нас, независимых партнеров, и мы оплачиваем качественные услуги Unlocket'а в весьма скромных размерах. Число пользователей рекламного ресурса, желающих применять элементы продвижения онлайн и увеличивать свои доходы, постоянно растет, а значит и ценность рекламного места и показов на площадке также растет в геометрической прогрессии. Во-первых, маркетинг позволяет даже новичку быстро выйти на пассивный доход, не говоря уже об опытных акулах MLM бизнеса. Во-вторых, в нем предусмотрен моментальный вывод заработанных средств, а это важнейший показатель надежности нашего бизнеса с компанией. В-третьих, он позволяет очень прилично зарабатывать, и на сегодня практически не видно конкурентов по доходности, которую можно получить с первых дней, и это не рекламный трюк и нерекламный ход. Это действительно так. В-четвертых, он максимально защищен от сетевых и каких-либо иных манипуляций, почвы для которых состоят многие проекты онлайн. Маркетинг-план таков, что наплыв огромного числа бездельников, которые могут обрушить любые, даже самые лучшие начинания, ни компании, ни нам, как независимым партнерам, ничем не грозят. И тем не менее, мы, как партнеры, такие попытки всячески пресекаем. Негатива нам не нужно в наших рядах. В-пятых, он лишен всех минусов любых тяжелых многоуровневых маркетинг-планов. И в том числе минусов других вариантов матричного построения бизнеса. Предупреждаю сразу, друзья, маркетинг максимально прост. И чтобы облегчить его понимание себе и увидеть тут ваши собственные будущие прибыли, нужно отбросить все стереотипы, сложившиеся при работе с матричными маркетингами. Когда спрашивают о маркетинге, вопрос по сути один всегда. Как может быть все так просто, когда все так сложно всегда? Предупреждаю еще раз заранее, ребят, все очень просто. Проект Unlucky Travers представляет нам возможность рекламировать сайты, веб-страницы, партнерские программы на ресурсы данной рекламной площадки, продавать рекламные кредиты рекламодателям и получать деньги сразу, пригласив всего лишь двух партнеров. Вот это вот очень интересная возможность, по-моему, для всех. Как можно стать участником проекта? Оплатить $5 за бэк-офис и выбрать один из рекламных пакетов и оплатить его на 10, 50, 100 или $300. Ультракороткая матрица на двух человек. Пригласили двоих, тут же матрица закрывается, и вы получили удвоение дохода. Какие у нас бывают матрицы? На 10, на 50, на 100 и 300. Итак, вот эти вот $5 распределяются следующим образом. 1,25 идет пригласившему партнеру в качестве партнерского бонуса, спонсорского. И $3,75 всего лишь навсего за такую рекламную площадку, за использование, идет в компанию Unlucky Travers. Что же происходит? Ну, рассмотрим матрицу на $10. Ваш взнос составил 15. Пригласили вы двух людей, которые также хотят увеличить свой доход или же отрекламировать любой из своих бизнес-проектов или направлений. Они точно так же вносят $15. И что получается дальше? На 50-долларовой матрице значит, взнос составит $55. Доход $102,5 по приглашению двух партнеров. На 100-долларовой матрице это $202,5. На 300-долларовой матрице $602,5. Что происходит дальше?
Итак, у вас первая матрица закрылась, вы получили удвоение дохода. Дальше ваши партнеры также включаются в работу, и тоже у них закрываются свои маленькие матрицы. Одна и вторая. Таким образом, закрыв свои матрицы, их реинвест попадает в вашу вторую, вновь открывшуюся матрицу. И снова приносит вам удвоение дохода. И фактически с этого момента у вас начинает приходить пассивный доход уже на втором шаге. Да, действительно, на 10-долларовой матрице деньги небольшие, но на других матрицах все происходит достаточно более интересно. Итак, что же мы видим дальше? Вот она, наша 10-долларовая матрица. Взнос составил 50. Приход и закрытие матрицы первой, да, принес нам 22,5 доллара. Далее открывается следующая, вторая матрица. После этого чистыми остается 10,5 долларов. Их можно сразу же выводить. Приход по закрытию второй матрицы, что происходит обычно именно вашими уже партнерами, составит 32,5 доллара. И чистая прибыль с учетом первоначального вложения составит 17,5 долларов. То есть за минусом 15 долларов, которые вы внесли первоначально. На 50-долларовой матрице приход составит по закрытию двух матриц 97,5 долларов. На 100-долларовой матрице 197,5 долларов. И на 300-долларовой матрице 597,5 долларов. Я думаю, достойная сумма для начала, не так ли? Вы только сделали первый шаг в системе и уже получаете такие деньги. Что же происходит дальше? Меня часто спрашивают, что же будет, если за какой срок, допустим, люди хотят заработать деньги в данном проекте. А что будет происходить, если вы зайдете на несколько матриц? Итак, зайдя на 10,50, ваши расходы составят 67 долларов. Если вы приглашаете таких же людей, которые вас дублируют, чистая прибыль по закрытию матриц двух составит 184,5 доллара. Если вы зашли на три матрицы, то по закрытию двух матриц вы получите 472,5 доллара за вычетом первоначального взноса. Если вы приходите на все пакеты, ваши расходы составят 482 доллара. Приход по закрытию двух матриц 1906,5. И чистыми за вычетом 482 доллара получится почти 1500 долларов. Я думаю, это достойное начало. И с учетом того, что матрицы маленькие,